По версии следствия, 6 февраля текущего года 33-летний житель города Нелидово, находясь в квартире по месту своего жительства, используя шарф, задушил малолетнюю дочь своей сожительницы, после чего с места преступления скрылся, захватив с собой ценные вещи из квартиры. Сотрудниками Следственного комитета и полиции проведен поквартирный обход дома, в котором проживала девочка, с целью установления свидетелей и очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы по телу погибшей, судебно-молекулярно-генетической экспертизы по изъятым предметам и объектам. По версии следствия, 12 декабря 2020 года женщина, находясь по месту своего жительства в городе Старице Тверской области, используя подушку, стала надавливать ею на лицо своего 17-летнего сына, тем самым пытаясь перекрыть доступ кислорода в легкие последнего. Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство ребенка, мать не смогла, так как ее действия были пресечены бабушкой несовершеннолетнего. Ехал, получается, по 15 лет октября в общем потоке. На перекрестке я боковым зрением увидел, что меня догоняет, не пропускает машина, получается. Ну, Рио. И уже как бы хотел среагировать, маленько дал газу. И удар пришелся мне в заднюю часть автомобиля, поэтому, а не в переднюю. И меня волчком начинает крутить, и я уже влетел вот в него. И так оно дальше пошло. И там дальше «Шкода» была припаркована, да? Да. Две припаркованные машины. Не припаркованные, они как бы ехали в общем потоке тоже. А, то есть они тоже были в движении? Здесь пробка стояла вот так вот. А, пробка по 15 октября была, да? До светофора стояла пробка. Ехал на работу, вот, было очень солнечно, вот, ехал, получается, с поворота заходил, то есть скорость была 45-50 км в час, вот, слепило солнце, опять же повторюсь, вот, мужчина, видимо, выезжал, получается, вот отсюда, с парковочного места, вот, как-то так и сошлись. Он вас не увидел? Он вам должен был преимущество предоставить? По сути, да. То есть я еду по главной дороге, поэтому он меня должен был заблаговременно увидеть и как бы... Она ехала на большой скорости. На большой скорости ехала, да? В общем, чтобы не столкнуться, я попытался направо вырулить, но все равно сзади зацепило.